Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Дочь в очередной раз продырявила штаны, но мама научилась латать дырки при помощи монеты. У одной женщины дочь постоянно рвет джинсы, маленькие дырочки появляются как по мановению волшебной палочки. Но она не огорчается, ведь есть очень простой способ, как их починить, чтобы никто не заподозрил наличие прорехи. Для этого понадобится монета, но это еще не все, что нужно. Припасите еще разноцветные нити мулине и иголку. Поможет в работе маркер по ткани или карандаш. Накройте дырку монетой так, чтобы она была по центру прорехи, и обведите маркером. Разделите окружность на две части, большую и меньшую. Через дырочку в правый угол большей части воткните иголку с заправленной красной нитью и начните зашивать сегмент плотными параллельными стежками. Вторую часть окружности меньшего размера зашейте черным цветом. Таким образом у вас получится тело Божьей коровки. Далее нужно оформить жучка. Пришейте ему усики и не забывайте о лапках. Оформите спинку продольным черным стежком, чтобы выделить надкрылья. Помните, что лапок должно быть 6, но кроме них еще нужен один завершающий штрих – это пятнышки. Прошейте их, намотав несколько витков нити на иголку, формируя небольшой узелок. Такие милые жучки могут в огромном количестве красоваться на одежде вашего ребенка. А какие подобные интересные лайфхаки можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.